щепки. А вот сомнения я не люблю. Мы просто еще не поняли, для чего он нужен. Это давление, у кого высокая гипертония. Это все заболевания сердца. Все. Аритмия, стенокардия, тахикардия, склероз аорты даже, вот, например. Вот этот вот, или его лист, или его цветочки, когда будут цвести. Цветочки считаются целебнее, но мне кажется, и лист работает очень хорошо. Потом астрагал любых видов, которые найдете, он разный, там много его видов. Шерстист цветковый, он в красной книге, а солодка лист не в красной книге. В Московской области он есть. Вот. Потом, значит, что еще? Сердечные цветки, календулы обязательно, сердечные сборы. Лист лобазника желательно добавить, донник желтый. Ромашку аптечную, но это не та ромашка, которая у нас растет. Это не та, что продается в аптеке, это ботанический вид. Называется ромашка официнальная, ромашка аптечная. И растет она в основном Краснодарский край, вот Крым, юг. Вот оттуда беру. Она хорошо очень лечит вот стенокардию. Герань лесная, я вам сейчас ее скоро покажу. Ее тут, кстати, она уже зацвела, вот, но есть тут герань лесная. Хмель, шишки хмеля, буквица лист. Это сердечный именно сбор. Потом, если есть адонис, вообще шикарно, тогда вот адонис. Мокрица. При всех заболеваниях сердца мокрица хорошо очень идет. Звездчатка средняя она еще называется. Черноголовка, цветочки рябины. Хорошо, кстати, тоже. Вот. Боярышник используется и цветки, и плоды. Плоды шиповника тоже хорошо лечат сердце. Что-то еще вот так вот в голове вертится, не назвал. Крапива, кстати, обязательно. Крапива обязательно. Это все в равных частях, да? Да, в равных. Но там уже, кстати, вот, что касаемо частей, вот тут уже искусство травника. Потому что в зависимости от противопоказаний этих растений, от показаний человека к этой траве, каждый вот сбор, даже одна и та же болезнь, но разные люди, одного все равно одному положат побольше, другого поменьше. И как-то это все равно всегда варьируется. Такого нет, чтобы был вот один и тот же, прям тупо одинаковый сбор для разных людей. И компоненты тоже хоть чуть-чуть, но разные все-таки. А вот тромбоз сильный, обязательно добавить цвет лобазника, лист малины дикой лесной. Донник желтый. Донник даже один перевесит все. Чернобыльник, вот этот, при всех заболеваниях сердца, кстати, тоже кладу обязательно. Если у человека нет аллергии, если не аллергик. Что еще-то? Ива. Препараты ива. Цветочки ивы, листья ивы. Тоже сердце хорошо лечит. Вот. Это то, что так вот на скидку. Ну и если покопаться в записях, я вам еще, как говорится, надиктую или как. Информацию пришлю, что еще по сердцу. Вот Елена Федоровна, вот я в одном интервью смотрела, что она говорит, я кладу 9 трав общеукрепляющих, а остальные там 5-7 по вот показаниям. Вы тоже такой придерживаетесь? Ну, немножко вот по-другому. Я работаю, обычно у меня в сборе 20 трав, у нее поменьше. У нее было 14-15-16. Я кладу где-то 20-22, вот так в среднем. Но есть школа там вообще у Барнаула, у Олега Дмитриевича, он там 40 трав. Я пробовал так, но честно, вот я опытным путем пришел к выводу, что все-таки вот 20-22 оптимальный состав. Вот. А там уже от показаний, они все общеукрепляющие, то есть такого нет, чтобы какая-то не укрепляла человека там, кроме ядовитых, конечно. Вот. Но вот такие вот общие, которые не токсичные, они все общеукрепляющие, но именно в какую они сторону и какие органы укрепляют. Вот это уже именно смотришь и человеку назначаешь. Когда я что-то делаю для кого-то, я всегда собираю все данные. Вот он приходит, у него там, если мы о сердце говорим, стенокардия, я выясняю, какое давление. Как у человека варикоз, есть, нет. Какие сопутствующие заболевания, был или нет инсульт. Есть ли диабет или нет. Как кишечник работает, запор или понос. В зависимости от всего от этого, чтобы вот трава, я стараюсь подобрать одна и та же в сборе, была на несколько его проблем, а не только на одну. Вот чтобы она лечила и то, и то, и то, а такие есть варианты подобрать, вот тогда это точно надо в сбор добавить, я ему добавляю. Опять же, в каком количестве? Это уже как раз опыт травника. Вот такие вещи уже с опытом приходят, и нужно чувствовать. И знать травы хорошо, знать их
именно как они работают, конкретно отдельно взятые и в составе сбора, в том числе в сочетании.